Я приветствую всех, кто зашел на мой канал. Меня зовут Елена, и мой канал по вязанию спицами и крючком. Сегодня я буду вязать вот такую классную шапку. Буду вязать таким толстым крючком. Буду вязать из вот такой пряжи. В этой моточке 150 грамм, 120 метров. Состав пряжи 30% альпаки, 10% шерсти и 60% акрила. Из этой пряжи получится вот такая шапочка с отворотом и маленький шарфик. Пряжу. Так вот, заводим крючок, оборачиваем его и вяжем 26 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем свободно, петли не затягивать. 6, 7. Вот я провязала 20 петель и еще 6. Теперь нужно провязать воздушную петлю подъема и в следующую петлю заводим крючок и вяжем столбики. Вяжем довольно слабенько, так свободненько, чтобы наша шапочка и узор был эластичным. Так вот, вяжем за вот эту стенку петли, за заднюю стенку. Нам нужно провязать столбики и не довязать 5 петель. Вот здесь я повешу маркер. Вяжем. Я провязала до маркера 21 петлю. Вяжу воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание и вяжу соседнюю петлю, завожу крючок и вяжу столбики. Не за две эти дужки вязать, а вот за эту. И вяжем до конца ряда. Вот я довязываю до конца ряда. Так. Воздушная петля подъема, разворачиваю вязание
И так же само продолжаю вязать. И вяжем вот сюда до конца. Дальше я расскажу, как будем вывязывать клин. Наша шапочка будет состоять из 4 клиньев. Вот я довязала до маркера. Теперь следующую петлю вяжем столбик. Так, немножко затянуть. Следующую петлю вяжем соединительный столбик. Так, воздушная петля подъема. Разворачиваем вязание и вяжем так же само за заднюю стенку, вяжем столбики. Довязываю до конца ряда. В конце вот я за две дужки беру и провязываю столбик. В этом месте у нас будет отворот шапочки. Воздушная петля подъема. Разворачиваем и вяжем столбики за заднюю стенку. Вторая петля и 23-я. Тут нужно за две дужки вязать. Следующую петлю я вяжу столбик. Дальше я вяжу соединительный столбик. Так. Воздушная петля. Разворачиваю и вяжу в обратном направлении столбики. Вязать свободно. Вяжем до конца ряда. Вот я довязываю до конца. И в конце за две дужки провязываю столбик. Воздушная петля. Разворачиваю. И дальше вяжу. И вот в эту петлю последнюю вяжем соединительный столбик. Воздушная петля. Разворачиваемся.
и вяжем до конца ряда. В этом рядочке у нас должно быть опять 25 петель. Двадцать третья петля, 24-я, и в конце вяжу за две дужки 25-ю. Воздушная петля, разворачиваемся и вяжем дальше, вяжем так же само, не довязывая, 5 петель. Давайте этот маркер снимем и перевесим его сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь мы повесим маркер. Вяжем до этого места. Вот я довязываю до маркера. Мне нужно оставить 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы один клин вывязали. И начинаем вязать второй клин. Вяжем воздушную петлю. Поворачиваем вязание. И вяжем до конца ряда. Вот я довязываю 19-я петля и 20-я. Тут за две дужки провязываем. Вот в этом ряду 20 петель. Воздушная петля. И вяжем. Столбики. Вот вяжем до этого места и будем вывязывать клин. Вот я провязала, теперь соседнюю петлю мы также вяжем столбик. Немножко затянуть. Следующую петлю вяжем просто соединительный столбик. Сейчас еще раз покажу. Я довязываю до формирование клина. Вот вяжу соседнюю петлю столбик. Даже тут нужно за две брать дужки. И следующую петлю завожу крючок и вяжу соединительный столбик. Воздушная петля. И вяжем по узору. Дальше вяжем.
довязываю до конца ряда. В конце так за две дужки. Воздушная петля, не забываем вязать. И вяжем следующий ряд. И вот здесь провяжем соединительный столбик. Мы вяжем 24 столбика. Обязательно считайте петли. 25-й будет соединительным. Вот я провязала 24 петли, 25-ю я вяжу соединительный столбик. Воздушная петля, переворачиваем вязание и вяжем до конца ряда. И будем, это мы уже вывязали 2 клина. Смотрите, какая красивая макушка получается. Вот я довязываю. И вот смотрите, 2 клина мы уже связали, нужно еще 3-й и 4-й связать. Для этого от макушки отсчитываем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, и вешаем маркер как ориентир. Мы будем повторять, вязать столбики, не довязывая 5 петель. Будем вязать самостоятельно 3-й и 4-й клин. И вот смотрите, я довязываю 4-й клин. Провязываю 24-й столбик. И нам нужно сделать этот 25-й соединительный столбик. Вот так. Затянуть. Воздушная петля. Разворачиваем и вяжем до конца ряда, последний ряд. Довязываем до конца ряда. Теперь нам нужно соединить шапку. Мы делаем так. Вот здесь петля. Так. Заводим сюда крючок. И
вытягиваем петлю. Вот так, за две дужки так берем. И вытягиваем. Распрямляем шапочку. И соединяем. Здесь вот так подхватываем нить и вот так за заднюю стенку и вытягиваем. И так с каждой петлей. Также подхватываем заднюю петельку, заднюю стенку. Так. И вот так. У нас получится вот такой рубчик. И так закрываем до конца. Вот смотрите, я соединяю, как красиво получается, совсем незаметно. Так, еще осталось чуть-чуть, и шапочка будет готова. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии для развития канала. На канале будет много интересного. Вот так с каждой петелечкой. Соединим шапочку. Шапка будет тепленькая, нитка приятная к телу, мягенькая, не колется. Довязываю до макушки. Выворачиваем шапочку. Вот, смотрим. Делаем отворот. И вот такая получилась шапочка с красивой макушкой. Вот смотрите, сколько еще ниточек осталось, и с этого остатка можно связать небольшой шарфик. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч!